вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 2 октября. 1973 год. День рождения Андрея Данилко, украинского артиста эстрады, певца, автора песен, создателя знаменитого образа Верки Сердючки. В музыкальное училище Данилко пытался поступить трижды, но раз за разом получал отказ. В педагогический институт Андрей не поступил, завалил экзамен по литературе, а в Харьковский театральный институт просто не доехал, опоздал на поезд. От безысходности выучился на кассира-продавца, но в сфере торговли проработал совсем недолго. Ведь в это время Андрей выступает со своим мини-театром и пробует себя в пародийном жанре. У него отлично получаются Пугачева, Аллегрова и Казаченко. Но когда Андрей выходит на сцену в образе Верки Сердючки, к нему приходит настоящий успех. И мало кто знает, что сам этот образ сначала раскрутили в рекламе, которую сначала один известный украинский банк заказал, а потом подумал, что как-то слишком по-народному получается, и отказался. Но ролики сохранились. Именно с этих роликов начинается шествие Верки Сердючки по нашему телевидению. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».